Друзья, всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу про самую дорогую и в то же время редкую ачивку в Xbox Live. Многие знают, что достижения — это простые очки, которые даются за выполнение каких-либо действий в какой-либо игре. Да, в большинстве случаев эти очки не играют никакой роли, потому что изначально они были созданы для того, чтобы просто сравнивать себя с другим игроком. Посмотри, сколько у меня G, у меня там вот столько G, о, у меня чуть поменьше, надо тебя догнать. Лишь для этого. Далее же эти достижения переросли в некое неформальное движение, в котором люди пытаются достичь большего количества G, или же выбить какую-нибудь игру на 100%. Для тех, кто не знал, даже есть рекордсмен в этом деле. Его профиль называется Stallion83. Этот парень достиг 1 миллион G самым первым. Его, кстати, заметила Microsoft и подарил ему пожизненную подписку Xbox Live. Не зря задротил, да? Также на сегодняшний день этот человек занимает первую позицию среди всех открывателей или ачивок, потому что его профиль насчитывает более 2 миллионов G. Это сколько задротить-то надо? Также эти ачивки G участвуют в бонусной программе, в которой даются всякие плюхи, скидки на Xbox Store и тому подобное. Но мы живем в России, поэтому это все мимо нас. Так вот, на сегодняшний день в Xbox One существует одна редкая и в то же время дорогая ачивка, которую на сегодняшний день нельзя открыть никаким образом, как только купить. И то не факт, обман это или нет. Дело в том, что когда Microsoft выпускала Xbox One, она создала ограниченную серию консолей в черной упаковке. Предназначалась она лишь для тех, кто купит Xbox One на первых этапах, в первые дни продажи. Помимо вот такой вот черной упаковки, прочих аксессуаров и так далее, в коробке была и одна из редких ачивок, которую могли получить только обладатели таких версий. Вот так вот эта ачивка выглядит физически. Это простая глянцевая бумажка, которая несет в себе код активации. Вы по-любому должны были ее заметить, если вы хоть раз заходили на мой профиль в Xbox Live, если что, ник вот здесь. Не знаю, в чем проблема, но у меня на первых этапах она не активировалась. И вообще, у меня существовала в Xbox One такая проблема, что мне не долетали пригласы в команду, не долетали пригласы в игры, и прилетали они с задержкой, большой задержкой. Поэтому мне все друзья присылали приглашение в команду или в игру где-то за 15 минут до моего входа. И данное достижение у меня открылось, наверное, после 2 недель активации. То есть я ввел, ничего не получил, сгрустнул, а потом такой бум, через 2 недели, о, открылось, прикольненько. Эта ачивка называется так же, как и комплект консоли, Day One, и является очень редкой, так как она ограничена числом выпущенных консолей в первые дни продаж. А если вы хотите получить точно такую же ачивку, то, скорее всего, это сделать не получится, так как таких комплектов уже тупо не существует. Да, вы можете поискать эту ачивку на eBay, она там продается, но цена, я думаю, вас не устроит. Цена этой ачивки колеблется от 2000 до 22 тысяч рублей. Пиздец, да? Также за активацию этой картинки дают вам фирменную тему. Да, она не шибко красивая, но как бонус все-таки приятный. Если кто не знал, то в редких ачивках в Xbox Live даются некоторые бонусы, а именно фирменные темы. Я помню, что дается за это достижение фирменная тема и за игру Kinect Sport Rivals, то есть когда вы открываете какое-либо достижение, вам в подарок дается тема. К сожалению, данная функция сейчас не пользуется, но это было прикольно. Очень надеюсь, что за достижения будут, как и на Xbox 360, давать какие-нибудь эксклюзивные предметы для аватара. Это было прикольно. Лично я сидел задрачивал Kinect игры, чтобы получить хоть какую-нибудь футболочку для аватара. Это прикольно было. Если вы обладатель вот такой вот ачивки, то напишите плюсик в комментарии. Посмотрим, сколько нас. Просто очень интересно, сколько на моем канале людей, которые купили Xbox на первых этапах. И на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр, ребят. Я надеюсь, это видео хоть каплю вам понравилось, было интересным. Если это действительно так, то поддерживай меня лайком, подпиской на канал и не забывай писать в комментариях, сколько у тебя G. Ачивка на профиле. Посмотрим, у кого больше. Лично у меня 45 тысяч. Также не забывайте предлагать новые идеи для видеороликов. Еще раз вам большое спасибо за просмотр и до новых встреч.